Японский технологический гигант Fujitsu планирует интегрировать несколько бизнес-решений на блокчейн. Согласно заявлению с официального сайта, Fujitsu Laboratories разработала технологию для ускорения обработки транзакций путем обработки сообщений между приложениями и блокчейн-платформой. Во время тестирования этой технологии на Hyperledger Fabric производительность транзакций была увеличена примерно в 2,7 раза по сравнению с предыдущим методом. Один из представителей Fujitsu отметил, что компания планирует использовать данную технологию не только для этой, но и для других бизнес-моделей.